Детская свобода. Да, все, я понял. Человек готовится, видишь, это смотрит бои перед тем, как начать. Бокс не карате. Тут думать надо. Братюн, Стас приглашает тебя в свою бригаду. Бокс не карате. Тут думать надо. Братюн, Стас приглашает тебя в свою бригаду. Ну а я тебе напомню, у нас рубрика «Разбор любимого бойца». Сегодня на повестке дня Данияр Илюсинов. Питание не кеды, а че есть такие, че он зустанет мистром света, бо я jestem przekonany, że Илюсинов такий титул здобędzie wcześniej czy później. Питание raczej jest, czy он zdoła... Ой, пięknie, ale znakomicie. Mówiliśmy o tym, że to jest mistrz kontry. Najlepszy pięściarz boksu olimpijskiego. Kolejne czasy spadają, będzie chyba po walce za moment. Stara się teraz zerwać ten uchwyt Jelusinowa, ale bardzo mądrze, no a kit gdzieś tam instynktownie stara się uratować skórę. Kolejny cios na dół i będzie po walce. Tak, w trzecim starciu kończy ten pojedynek Danijar Jelusinow. Olimpijski czempion, Kazach, 69 wies, no skolko ja pomnę, kazachski wies, 66. 66 skolko? 66700 по профи, а по любителям? А по любителям? По Олимпиаде, хороший вопрос. По Олимпиаде? Да, наверное, 69. 69, значит, прав я был, выходит что? Выходит, ты был прав. Выходит, я был прав. Короче, не суть до дела, давай немножечко про Илюсинова поговорим. Не так ему повезло с менеджерами, с промоутерами, об этом говорить не будем, на этом заострять внимание. Сейчас он в Штатах, ищет свои пути, дай бог ему все успешно решить, а хочется мне узнать другое, чем он так хорош, по мнению Андрея. Андрей, лаборатория бокса с нами сегодня, как обычно, готов ответить на все вопросы. И вот первый вопрос, чем так хорош Илюсинов, почему в него так верят и почему так жалко, что карьера дала какой-то стоп? Расскажи, пожалуйста, передаю тебе камеру и поприветствую зрителей. Спасибо большое, всех приветствую. Итак, Данияр Илюсинов, победитель Олимпиады 2016 в Рио. Казалось, что... Так, я что-то это, я совсем что-то, мне как сказать... Ну, тебе, как бы, ты в него не верил во время Олимпиады. Ну, казалось тебе среднестатистическим или что? Да, я... Смотри, мне казалось, что Данияр Илюсинов не обладает сильным ударом. Именно когда смотрел олимпийский бокс. И сейчас я уже понимаю, почему это было, потому что в олимпийском боксе очень большой, как бы, ритм, и очень важно попасть любой ценой, вне зависимости от силы удара. Ну, касание салочки, ты брал. Да, 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 то есть именно ужалил, ушел, все, больше ничего не волнует. И видел, что бои очень близкие у Данияра идут, то есть такие как конкурентные, вот кто кого сейчас вот ужалит, и вот все, чтобы вот отстраниться, по тебе не попали. То есть казалось, что не бьющий. Но потом стал смотреть по профи, оказалось, что очень прилично бьет, и получается мы имеем полусредний вес 66700. Человек высокий, у него рост 1,78 м, ну это с запасом конкретно высокий, левша, уже очень хорошее сочетание, бьющий, и даже он обладает достаточно тяжелым ударом, дальней своей рукой, сильнейший левый в стойке, то есть он лево-прямой у него, ну лево-прямой в смысле как зеркально, как был бы право-прямой у правши, и он бьет именно его сильно, далеко, быстро. Он вбрасывает лопатку в этот удар, то есть у него прямо конкретно есть техника удара, есть сила удара. И то есть получается сочетание вообще идеальное. То есть дистанционный боксер высокого уровня, при этом бьющий на самом-то деле. Хотя может не такой большой процент нокаутов, предполагаю, потому что стиль какой-то выбрал такой осторожный, но потенциально он именно с ударом. И ну это реально круто, то есть все есть вообще для побед. То есть мне казалось, что он кидает просто ручки в олимпийском боксе, а оказалось, что он кидает не просто ручки, а что он кидает ручки, а за ручками еще идет масса, и еще какая. И вот это оказалось реально сюрпризом, и это, по сути, все меняет в профи, то есть все есть. Есть дистанционный бокс высокого уровня, и при этом есть удар. Угу. Слушай, но ему сейчас 30, да? 32, 32 года. Как ты думаешь, есть у него шансы? Очень интересно. То есть, с одной стороны, время еще есть, года 4 можно быть на пике, да, но мы видим последние полтора года, к сожалению, у Данияра боев нет. Вес при этом дико конкурентный, то есть здесь Эрл Спенс, Теренс Кроуфорд. Но это денежный вес. Да, это денежный вес. То есть, это, с одной стороны, очень трудно добраться там, даже если ты всех, ну, как бы, побеждаешь. То есть, большая позиция, много боксеров. Но при этом можно очень хорошо заработать, а можно даже их и победить. Но если только, конечно, организуют. Подожди, у Данияра есть шанс? Есть, есть, да. То есть ты веришь, что, да, что да, он да. с Эрлом Спенсом будет смотреться. Слушай, я понимаю, как это звучит сейчас. То есть это так звучит немножко фантастически, да, потому что где Данияр Илюсинов? Ну давайте реально в профи, где он сейчас. И где Эрл Спенс? Но я считаю, что есть. То есть если он выйдет в хорошей форме,
Есть, да. Ну, а я напомню, что все поединки и прямые трансляции ждут тебя в телеграм-канале «Не карате». Заходи, регистрируйся в телеграме, у нас там и чат, и все, что угодно есть, не переживай, это даром. Это от меня тебе бонус, как говорится. Есть еще бонусы от наших корешей из Marathon Bet. Они дают бонус при регистрации всем новым игрокам до 120 евро. Это если ты планируешь ставки делать. Заходи, регистрируйся и получай удовольствие. На Шакуре Стивенсоне, напомню, коэффициент 3 на досрочке был, мы забрали. И это приятно, по красоте все выплатили. Никаких вопросов к Marathon Bet у меня нет. Мы... От лица канала Некарате, от лица канала Лаборатория Бокса настоятельно рекомендуем всем функционерам в Казахстане присмотреться к этому парню. Есть за ним будущее, вполне, вполне все может получиться. Лишь бы, да, занялись и нормально, занялись его карьерой, договорились о интересных поединках, о конкурентных поединках, а не вот эти вот шоу, битва кочевников и прочее, как пояс РЕН-ТВ. Это все нам не нужно, нам нужны хорошие, сильные оппоненты и бои. Вот таким вот образом, ребята. Если понравился разбор, если нравится эта рубрика, в описании есть все контакты, списываемся и за адекватную цену договариваемся, разбираем твоего любимого бойца. Для бойца это и реклама, и поддержка, ну и вообще приятно, знаешь, про себя послушать, и сильные, и слабые стороны, критика имеет место быть. От нее, собственно, мы растем и узнаем много нового. А вот таким вот образом. Андрей, тебе огромное спасибо. Это всегда... интересно слушать, это всегда экспертно, это всегда качественно. Надеюсь, тебе тоже понравилось, тебе лайк и до новых встреч. Всем добра.